Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем говорить об иммиграции в США. И давайте так, такое правило. Спасение иммигрирующих – дело рук самих иммигрирующих. Мысль о том, очень популярная, очень распространенная мысль о том, что попав в Соединенные Штаты, вы окажетесь в руках каких-то ангелов, хранителей, которые вас вот как-то вот возьмут и вдруг куда-то в новую жизнь там на крылышках отнесут, эта мысль неправильная, такого нет. Я даже не понимаю, откуда такая мысль берется у людей, которые всю жизнь прожили в странах, где нет ангелов-хранителей, которые на крылышках куда-то относят. То есть, может быть, им кажется, что если у них в стране нет, так, может быть, в Америке эти ангелы-хранители есть? Нету. Я вам больше скажу, вы можете деньги заплатить за услуги, но эти услуги, как бы, если даже и вам как-то услужат, я не знаю, но совсем не так, как вы, может быть, думаете, что ангелы-хранители должны были на крылышках это делать. Абсолютно нет. Ну, вас могут там встретить в аэропорту, ну, хорошо, но вас могут, я не знаю, отвезти куда-то, где сдается квартира, там, ну, пожалуйста. То есть, как бы, транспортные такие услуги, как бы, да, ну, вот, пожалуйста. Но дальше-то что? Поэтому рассчитывать надо на себя. Если ты собрался куда-то эмигрировать, ты рассчитываешь на себя. Ты можешь, конечно, искать людей, которые там на месте живут, куда ты едешь. Вот едешь там, я не знаю, в Орландо, Флорида, значит, находишь там каких-то людей, на форумах находишь, может быть, блогеры какие-то, я не знаю, какая-то тусовка, какое-то общение и так далее. Но ты говоришь себе, я не еду туда грузить других людей своими проблемами. Я еду туда, чтобы жить и ни от кого не зависеть. Помогут, спасибо, не помогут, нормально. Нормально, я и сам тоже, я полагаюсь на себя. Как только вы перестанете на кого-то полагаться, так сразу вы будете самостоятельны, самодостаточны, и не будете никому иметь никаких претензий. Это как бы очень-очень простое правило. Так что рассчитываем только на себя. Еще раз. Спасение иммигрирующих – дело рук самих иммигрирующих. Вам никто ни в чем, ничем не обязан. Вот просто запомните, и вам станет сразу много счастья, потому что вы перестанете в мире иллюзий жить, а переместитесь в мир реальный, который сам по себе радостный, хороший, добрый, замечательный совершенно мир. Вот и в нем и надо жить, потому что мир иллюзий, мир фантазий, он обязательно долбанет по голове при встрече с реальностью. От реальности уйти нельзя никуда. Поэтому сразу идем в реальность, научаемся оперировать эффективно в реальном мире. Вот, и вперед. Счастливо, успехов!